Партнер программы «Сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет, привет, привет! Ребята, вы помните, что в стране безопасности есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера-позавчера вы с этим условием уже столкнулись, а сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да! Отлично, очень я рада. Хорошо, тогда самое время начинать первый конкурс. Как и вчера, тема «Правила дорожного движения для детей». И нам с вами предстоит ответить на вопросы теста. Вы знаете, что такое тест? Да. Что это такое? Тест, ну, это, например, задают время, там что-то такое. Задают вопрос. Да. И дают несколько вариантов ответов. Да. И нужно выбрать правильный. Да. Так и я буду читать вам вопрос, раздаю вам циферки 1, 2, 3. Вам нужно будет поднять цифру с нужным вариантом ответа, который вы выберете. Правильный ответ 2 фишки стоит и 1 фишка тому, кто быстрее поднимет. Но нужную цифру нужно поднять при этом. Первый вопрос, ребята. На какой свет надо переходить дорогу? Первое – желтый, второе – красный, третий – зеленый. Верно. Ваня быстро сделал 3 фишки, Софишке 2 фишки. Так, 3, у Сони 2. Ой, сюда клади ко мне. Вот, хорошо. И второй вопрос, сразу же второй. Если на дорогу выкатился мячик, надо первое – попросить взрослого принести его, второе – быстренько побежать и забрать, третье – побежать и забрать, если нет машин. Побежать и забрать, если нет машин, на проезжую часть, Сонь. Категорически запрещено, ни в коем случае нельзя самостоятельно, только просить взрослых нужно об этом. Вот, Иван поднял абсолютно верный ответ. Держи, Вань, 3 фишки твои, молодец. Все, первый конкурс завершен, ребят. И сейчас время встречи, ребята, с нашей знакомой, тетей инспектором тетей ГАИ, тетей Олей. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, вы просто молодцы. С каждым днем вы все больше знаете о безопасности на дороге. И сейчас мы с вами поговорим о безопасности в автомобиле. Если вы смотрели наши передачи раньше, то вы уже знаете, что в автомобиль мы с вами садимся со стороны тротуара. Также со стороны тротуара из него и выходим. Теперь мы с вами разберемся, как же безопасно перевозить самых маленьких пассажиров. Здесь нам на помощь придет автокресло. Знаете ли вы, ребята, что это такое? Это автокресло, там, чтобы, ну, там сидит ребенок. Ну да. Это пассажирское место для маленьких деток, да? Ну да, да. Да, ребята, это специальное кресло для малышей, и они бывают разными. Вот, например, для малышей, которые еще не научились сидеть, автокресло выглядит как люлька у коляски. Оно устанавливается спиной вперед по ходу движения. Это делается для того, чтобы в случае резкого торможения или столкновения голова младенца удержалась ложем люльки или спинкой кресла. Дети старше года усаживаются лицом по ходу движения. Автокресло может устанавливаться как на переднее сиденье, так и на заднее. Для ребят от года до 5 лет автокресло должно быть обязательно дооборудовано подголовником, а ремни должны проходить через специальные направляющие элементы. О том, как безопасно перевозить детей более старшего возраста, мы поговорим с вами в следующий раз. А сейчас игра продолжается. Завтра финальный день. Готовьтесь, ребята, хорошенько. А я с вами прощаюсь. До завтра. И желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Спасибо. 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 Итак, ребята, время последнего конкурса на сегодня. Вам необходимо будет найти на стенде правильный ответ и на скорость принести мне. Правильный быстрый ответ – 3 фишки. Ну, кто чуть медленнее справится, получит 2. Итак, слушаем. Под ногами у Сережки полосатая дорожка, смело он по ней идет, а за ним и весь народ. Побежали. Правильно, правильно. Поднимаем магниты. Что это, ребята? Зебра. Зебра, совершенно верно. Ваня получает 3 фишки. 3 фишки и 2 фишки получает Соня. Слушаем. Их видно повсюду, их видно из окон. По улице движутся быстрым потоком. Они перевозят различные грузы. Кирпичи, железо, зерно и арбузы. Побежали.
Молодцы. Одновременно. Умнички. Ребята, что это? Это грузовик. Грузовик. Присядьте, пожалуйста. Молодцы. Очень быстро, поэтому по три фишки. Да. И тебе, Ванечка, три фишечки. Раз, два, три. Один, два, три. Следующее слушаем. Здесь не катится автобус. Здесь трамваи не пройдут. Здесь спокойно пешеходы вдоль по улице идут. Для машин и для трамвая путь-дорога есть другая. Побежали теперь. Опять одновременно. Ребят, что это такое? Это тротуар. Тротуар. Да, правильно, молодцы. Снова так быстро вы. Прям вот скорость. Супер. Супер. Последнее. Слушаем внимательно. Милицейских нет фуражек, а в глазах стеклянный свет. Но любой машине скажет, можно ехать или нет. Побежали. И снова одновременно. Что это у нас, ребята? Светофор. Светофор. Молодцы. Все правильно разгадали. Ай, какие молодцы. Держите вот три фишки. Ой, как мы с вами шум тут устроили со своими фишками. Так. Три. Умнички, дети. Все. Третий игровой день тоже завершился. Посчитайте, пожалуйста, количество фишек. Кому, может быть, нужна помощь? Вань, давай. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично, 19. Ребята, со счетом... Нет, это упало до этого. Со счетом 13-18 закончился третий игровой день. Вы большие молодцы. Очень быстро справлялись со всеми заданиями, отвечали правильно, заработали много фишек. Но, ребята, завтра у нас с вами финальная игра. Готовьтесь серьезно, настраивайтесь морально, и завтра у нас с вами определится победитель, который получит главный приз. Ну что, договорились, до встречи завтра, да? Угу. Что ж, всего хорошего, до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.